В медицинском центре можно не только пройти диагностику, но и восстановить здоровье после интенсивных тренировок или полученной травмы. Современные пневмомассажеры позволяют убрать отеки и скопление молочной кислоты в мышцах. А с помощью прибора Варикард определяют не только спортивный потенциал атлета, но и прогнозируют результаты. Сейчас такой аппаратурой пользуются во всем мире. Она помогает спортсмену восстанавливать свою форму спортивную. Она помогает проводить профилактику осложнений в связи с... Любые осложнения могут возникнуть у спортсмена при занятиях спортом, особенно спортом высших достижений. И, естественно, сохранить и продлить здоровье во многих случаях становится единственным вариантом для того, чтобы спортсмен мог дальше соревноваться, принимать участие в соревнованиях. Бронзовый призер чемпионата России в беге на 400 метров Кирилл Лямин успел на себе почувствовать благотворное влияние массажеров. Парня долго беспокоила травма ноги. Теперь боль ушла, результаты улучшились. После тренировки я провожу тут восстановительные процедуры. Это лимфодренажный массаж, перкуссионный, магнит-лазер. После появления доктора в нашем штабе и с появлением новых средств восстановления мне намного стало легче тренироваться. То есть я могу восстанавливаться быстрее и показывать более сильный результат. Также в медицинском центре появился профессиональный стол для классического и спортивного массажа. Записаться на прием могут атлеты всех сборных команд Курской области. Мы понимаем, что спорт высших достижений – это же большие нагрузки на организм, на сердце, на суставы. И с помощью восстановительной медицины мы продлеваем не только там спортивное долголетие, он должен продолжать активную свою жизнь. И это один из принципов этого центра. В дальнейшем услугами медицинского центра смогут пользоваться и начинающие спортсмены. Станислав Костиков, Сергей Малеев. События дня.